Постельного белья много не бывает, и нужно постоянно коллекцию постельного белья пополнять. Ведь от этого зависит напрямую качество сна, конечно, внешний вид спальни. Потрясающее сегодня решение. Бестселлер телеканала Shop & Show. Натуральный хлопковый комплект постельного белья «Гобелен». Необыкновенный. Зима-лето называется. Сейчас объясню, что это значит. Слушай, ну когда видишь такой шедевр, так и хочется поклониться ему. Друзья, сегодня мы с вами рассматриваем не только красоту, рассматриваем не только практичность. Мы сегодня создаем гармонию в вашем доме. Пора все выбросить и создать гармоничный интерьер. Вам сегодня помогает в этом Юлия Колосова, которая изучила все по фэншую. Обязательно, не только по фэншую, Олечка. Здесь у нас вообще эксклюзивный дизайн. Цвет активный, динамичный, но не броский. И золото, один из основных цветов фэншуя. Очень красивая палитра цветов, которая имитирует золотую вышивку. Необыкновенная красота и выполнены фантазийные розы на нашем гобелене. Лучшее место для розы по фэншуй – это спальня супругов. Обращайте на это внимание, и тогда будете жить в ладу со своей второй половинкой. Считается, что розы привлекают в дом любовь. Итак, Роза, друзья, вообще очень интересно тебя слушать. Мне всегда интересно узнавать что-то новое. Но я уже чувствую, как в нашем интерьере вот эта вот позитивная энергия ЦИ летает. Ты знаешь, вот гармония уже у нас присутствует. Ты ее чувствуешь, Олечка? А у вас? Абсолютно верно. Слушай, давай вот сейчас разберемся, кому прежде всего ты бы посоветовала данный комплект постельного белья. Очень много комплектов на нашем телеканале. А вот это чем отличается? Во-первых, посоветую поклонницам Бязи. Прочный, плотный материал сегодня стал еще и мягким. Радуйтесь, поклонницы Бязи. Наш производитель использует Бязь класса «Комфорт», которая при своей долговечности, вот оно, полотняное бязевое плетение, которое надежность дает постельному белью, дыхание дает. И очень здорово то, что сегодня именно этот вариант у нас присутствует. Ну, конечно же, еще и в эксклюзивном дизайне. Это вдвойне приятно. Ну, я уже готова открыть главный секрет нашего постельного белья. Давай, давай. Готовы? Так. Идем за мной. Это непростой пододеяльник. Ну да, на молнии. Это, наверное, никого сейчас не удивит. Но он еще и стеганый. Это можно использовать как одеяло, как покрывало и, собственно, как пододеяльник. Это пододеяльник 3 в 1. Здорово, друзья, это еще и 3 в 1. Покрывало, одеяло и пододеяльник. Ну что ж, давайте еще посмотрим, что входит в комплект. Это у нас пододеяльник стеганый. Так, дальше. Простыня, которая тоже вся утопает в розах, фантазийной терракотовой расцветки. Еще раз повторяю, такое эксклюзивное решение придумали наши художники. У них своя собственная лаборатория. Собраны последние тенденции текстильной моды. Эффект гобеленового плетения они здесь хотели воплотить, и у них это очень здорово получилось. Плюс эффект золотой вышивки. Олечка, вот ты обрати внимание, смотришь на цветы, как будто ниточкой золотой вышивали. Да, точно, посмотрите, какой интересный рисунок. А я бы хотела, чтобы вы сейчас приблизились, вот поближе. Посмотрите, пожалуйста, кажется, что это гобелен, правильно? Здесь вот очень интересная текстура, которая только прорисована. Но вы не думайте, что это шероховатая поверхность. Очень нежный, приятный материал. Кстати, Юль, все-таки хлопок давай проверим, а? С удовольствием проверим. Действительно, в магазине не дадут открыть ни одной упаковки. Посмотреть, точно ли к хлопку ткани, к этой ткани будет прикасаться кожа. Смотрите, включила утюг, работает. Мы с вами таким простым, нехитрым, незамысловатым способом, с помощью бытового домашнего утюга, а как говорил, стоит на горячей температуре, проверим, есть синтетика или нет. Смотрим. Оп! Абсолютно чистая подошва утюга. Блузки прижигали все, знаем. Если бы была синтетика... Ой-ой-ой, что бы было. Абсолютно чистая подошва утюга. Уверенность ваша в том, что постельное белье «Гобелен» выполнено из натурального хлопка. А это значит, вы будете высыпаться на здоровом материале, дышащем и невероятно мягким. Ну, кто из вас не любит хлопок? Да все мы его обожаем, друзья. 100% хлопок, плетение 5, плотное плетение. Вот Юлечка вам сейчас показывает вот этот шедевр. Звоните прямо сейчас. Звонки все бесплатные.